Просто потому что все как-то так поменялось, все неоднозначно, я не могу это предугадать. Я учила вас, вы учили меня жить сегодняшним днем. В это время это очень ценно и очень круто. И вот прям вот я это время еще больше полюбила за то, что оно формирует в нас некую такую особую стабильность, особое какое-то такое внутреннее я. И я очень верю в то, что все это дано нам не просто так. Спасибо большое. Итак, я хочу... Евруся, ну что ты делаешь, ну? Обожаю. У меня еще есть 3 бесплатных билета на Global Permanent, который состоится в Москве. И я хочу эти 3 билета Еврочка, беги. Подарить от себя тем людям, в которых сочеталось вообще, как мне кажется, вот сочеталось все. И в первую очередь сочетались человеческие качества, сочеталась техника, сочеталось умение общаться с командой. Это те люди, которые поедут со мной на Global Permanent и поедут... Если подскажет здесь. Это может быть либо Питер, либо Москва. Это сертификат стоимостью 15 тысяч российских рублей. То есть это $200 в эквиваленте $200. Вот. И я хочу этот приз подарить Анжелике Тарарук. Я хочу подарить этот приз Елене Поляковой. И я хочу подарить этот приз Марине Васильковой. Вот почему-то я просто, вот честно скажу, я рандомно выбрала этих девочек. Просто за то, что они были. У них не были самые сильные работы. Но я знала, что у меня эти призы есть, и я знаю, что наверняка именно этим девочкам эти призы нужны больше всего. Почему-то я захотела так. Не судите строго, но я отдаю этот приз Тарарук, Поляковой и Васильковой. Их работы не являются самыми сильными, но и именно эти люди вдохновляют меня на то, чтобы я хотела сегодня подарить этот приз именно им. Просто так. Мне так захотелось. Поэтому ожидайте от меня вот еще и таких вкусных сюрпризов. Дальше. Ну и самое главное. У нас с вами осталось таких прям вот очень вкусных приза. 3 вкусных приза. Это то, к чему мы шли. То есть я наградила сейчас каждого из участников. Я, знаете, такая как мама-еврейка. Походила по сусекам, погребла. И я уверена, что я смогла каждого из вас каким-то образом поощрить. Я верю в то, что каждый из вас какую-то частичку себя вложит в это, да? А сейчас мы продолжаем дальше. Мы продолжаем дальше. И самое основное, что мне хотелось бы, это сейчас сказать спасибо тому человеку, который, на мой взгляд, вот прям сейчас очень важная информация. Сейчас я не хочу никого обидеть. В моих глазах вы все уже прорыв года. Вот честно, все. Надя, я смотрю на тебя, я просто понимаю, что ты сможешь, Надя, Америка, посмотри на меня, ты сможешь просто настолько много, что твои погоны будут не здесь, они будут вот здесь, эти звезды, понимаешь? Девочки, вот вы все огромные молодцы. Но я хочу отметить одного человека и назвать эту номинацию «Прорыв года». Еще знаете и почему? Потому что именно этот человек,
он стал таким толчком на то, чтобы я создала онлайн-школу. Вы слушайте внимательно. В январе, в декабре месяце ко мне постучалась в мой директ девочка. Я прямо сейчас говорю, у меня слезы на глазах, потому что это реальные воспоминания. И эта девочка стала писать мне какие-то такие несуразные сообщения с таким ломаным русским. У меня так плохо получается, я хочу, чтобы вы мне помогли, вы мое единственное спасение. Я хочу делать перманент, вы вдохновляете. Ну, что-то вообще, у меня так много работы, у меня там ученики, они вообще там этих школ у меня, меня везде зовут, я еду вот там, завтра у меня уже ехать в Италию в январе, в феврале мне ехать в Бельгию, она выносит мне мозги. И я провожу с ней онлайн-обучение в индивидуальном формате, она не даст вам соврать на эту тему. Я провожу с ней это обучение, она просто после этого обучения говорит: вы моя богиня, вы мне открыли глаза, но я хочу больше, организуйте онлайн-обучение. Она толкает меня на то, чтобы я создала это обучение. Ира, я не знаю, как ты это сделал, но ты какая-то такая, знаешь... Ты как звездочка с неба, которая мне сказала: Казакевич, ты должна создать онлайн-школу. И я начинаю заниматься уже в феврале месяце съемками онлайн-школы. И я понимаю, что меня толкнуло на это... Ира, подобная Ира, ты понимаешь, что ты тот человек, который подтолкнул меня косвенно к этой онлайн-школе. Я хочу показать, с чего Ира начинала. Я подготовила вот такой вот слайд. Блин, вы видите мои слезы. И это видят не только ученики онлайн-школы. Сейчас я покажу. Ну ладно, смотрите все, какая могу быть настоящая. Ира подобная, она у нас проживает в Америке. И Ира именно тот человек, которого я хочу... Она сделала номинацию «Прорыв года». Ира, я тебя обожаю. Посмотрите, пожалуйста, вверх и посмотрите на те штрихи, которые делала Ира, когда она связалась со мной в декабре месяце. Это такая Ира пришла ко мне. И то, что делает Ира сейчас, это то лицо, которое нарисовано на латексе. Это не идеальный фейс-чарт, но это фейс-чарт под названием «Прорыв года». Потому что те идеальные губы, которые вы сейчас видите, это губы, нарисованные Ирой. Ира, ты просто, в моем понимании, ты нереально крутая. Ты самая вообще... Ты такой прогресс, который просто невозможно описать словами. Я хочу, чтобы ты пошла со мной дальше. И я хочу подарить тебе за твой прорыв года, Ира. Я хочу, чтобы ты пошла со мной в прокачка Казакевич, повышение квалификации абсолютно бесплатно. Это твой сертификат стоимостью 800 условных единиц. И я хочу, чтобы ты была всегда рядом со мной, просто как моя звездочка, как мой ангел-хранитель, который меня сподвиг на обучение онлайн бесплатно. Ты мне дала эту идею, и мне кажется, что это не просто так, и я хочу, чтобы ты просто всегда была со мной рядом. Ира, за тебя. А мы двигаемся дальше. Я хочу сейчас поговорить, потому что я прям расплакалась с вами. Я хочу поговорить с вами о
Мы двигаемся дальше. У нас осталось всего 2 человека. Ой, иди сюда ко мне, дочка. Иди ко мне сюда, иди. Иди, не бойся. У нас не было с вами объявлено там 1-го, 2-го, 3-го места. Все те призы, которые я сегодня сейчас дарю своим девочкам, это как некий такой жест поддержки. Поддержки тех людей, которые были со мной рядом. И я хочу, чтобы вы понимали, что я для своих людей готова сделать гораздо больше, нежели я иногда предполагаю сама. И у меня очень много друзей, которые всегда меня поддерживают в этом. Поэтому все эти спонсорские подарки, которые я говорила, это подарки, предоставленные Ириной Вербовой Украины. Ирочка, огромное тебе спасибо за эту поддержку. Это подарки, предоставленные конференции Global Permanent из Москвы. Девочки, мальчики, вам огромное тоже спасибо. Это подарки, предоставленные американской конференцией. Это подарки, предоставленные конференцией Польши. Просто вам огромное-огромное спасибо. Мне очень-очень приятно то, что у нас на сегодняшний момент сегодня есть столько возможностей радовать вас этими приятными подарками. И у меня есть эта возможность. Есть возможность наших девчонок Ани, Форсиры, Назаровой, Маши, Зверь дарить вам такого рода подарки. Это очень-очень приятно. Прежде чем я объявлю первое и второе место, у нас нет третьего места. У нас есть прорыв года, и это Ира Пиддубна. Это прорыв года. Это круче, чем даже, чем первое и второе место, потому что этот человек дал вам возможность быть вместе со мной сегодня в этой онлайн-школе. Она меня сподвигла. Это мой ангел-хранитель, я по-другому сказать не могу. Но прежде, чем мы приступим к этому всему, у нас были, для того, чтобы вы понимали, как все проходило в онлайн-школе, онлайн-школа была разделена на 2 команды. Команда «Стрелки» и команда «Триада». И эти 2 команды, они соревновались с собой на протяжении 2 месяцев. Мне настолько приятно, что на протяжении всей онлайн-школы вы смогли друг друга поддерживать. «Давай, давай, давай! Там не потушевала, там не сделала!» Мы показали вам своим примером. Я... как мать Майкоплап научила вас дружить между собой, девочки. Это так важно, вы даже себе не представляете. Не знаю, для меня, знаете, вот мне очень сложно одно. Мне нужна всегда поддержка, я люблю быть в стае. Вот именно стая, это и есть вообще такое вот единство, которое дает человеку возможность каждый день где-то не падать духом, где-то идти вперед. Это очень и очень важно. И обе команды очень и очень сильные. Но в любом случае вы понимаете, что в каждой из команд есть те люди, которые являются лидерами, есть те люди, которые тянут за собой. И, конечно же, мы определили команду, которая на сегодняшний момент чуть-чуть больше перетянула всех остальных, и она является лидирующей, да? И я должна отметить эту команду. И... но вы должны понимать, что вы все равно все вместе. Вы Казакевич онлайн. Мне очень сложно сейчас говорить, потому что для меня вы все одинаковы, все единые. Но я должна сказать о том, что сегодня я хочу поздравить команду «Стрелки». Стрелки, вы просто, ну вы бомбы. Вы вот понимаете, вы как эти, вы друг друга вот туда-сюда, туда-сюда. У вас такая какая-то неимоверная энергия. Вы просто взрывали мой мозг. Когда я открывала Телеграм, у меня просто в стрелках постоянно по 200 сообщений, по 250. Ну что это такое, стрелки? Мне хотелось сказать, умитесь уже вы, боже ты мой. Стрелки, я хочу... Вообще, мы с командой думали очень долго, как вас всех поздравить. Потому что, знаете, в чем сложность заключается? В том, что кто-то живет в Белоруссии, но
20% вас живет в Беларуси, ну, даже 15, а то и 10, да? Все вы в основном разбросаны по разным континентам. И, конечно же, в силу того, что мы встретились онлайне, я хочу, чтобы вы, стрелки, были с нами на нашем новом проекте, который мы, команда MakeupLab, организуем для вас вот так вот. И мы хотим подарить вам скидку 50% на проект. Чтобы вы понимали, каждый из вас получает скидку в размере $400. Потому что этот проект будет дорогостоящим. И я хочу, чтобы вы были с нами. Более того, вы получаете скидку 50%. Да, это реально. Но я хочу, чтобы вы понимали, что если кто-то из вас желает стопорнуть в обучении, скидку 50% вы можете передарить своим знакомым и друзьям даже просто на услугу в MakeupLab. Поэтому если вы находитесь на другом континенте и вы понимаете, что вы сегодня финансово не можете себе позволить даже обучение со скидкой, либо вы хотите стопорнуть, вы можете это обучение передать, у вас будет у каждого свой личный QR-код, по которому вы идете с нами дальше. Мы вас очень любим, это решение принято нашей командой вместе с нашим тренерским составом MakeupLab. Мы готовим для вас очень классный проект, в котором будет участвовать весь тренерский состав MakeupLab. Там будет очень много более глубокой. Вы представляете, что я вас загрузила на 100%, вам кажется. Но нам есть еще чем вас порадовать. И проект номер 2 онлайн-школы Казакевич, он будет еще более продуктивным. Более глубоким, скажем так. Продуктивный он уже сегодня, более глубоким он будет завтра. Поэтому мы вас ждем вместе с нами. Да, девочки, оно может быть глубже, потому что даже сегодня, находясь на стадии, на той стадии развития, которая есть у меня сейчас, я могу сказать, что я понимаю, что я знаю не все. Я ваш учитель, я открыта перед вами. И я еще продолжаю учиться. Просто потому, что мир перманентного макияжа, он бесконечен. И вот я взорвала ваш мозг, и вам кажется, боже мой, сколько знает эта голова Казакевич. Но поверьте, я могу вам сказать с уверенностью. Вы можете быть уверены на 100%, что мир перманента, он непостигаем. И я готова делиться с вами еще больше и больше и больше. Есть еще больше глубоких техник, есть еще больше глубоких знаний, нежели даже все то, что мы с вами постигли. Хотя мы с вами постигли самое основное. И меня сегодня распирало чувство гордости, когда мастер, который сидел сегодня у нас в кресле в MakeupLab, который прошел обучение у меня, у нас, у нашего тренерского состава, и он всего 2 месяца занимается перманентным макияжем, и он, находясь в чатах очень таких известных мастеров перманента, он говорит о том, что я понимаю, о чем они говорят, я понимаю, что такое органика, неорганика и тому подобное, просто потому что у вас есть очень высокие базовые навыки. И даже те, кто пришел уже мастером перманента, вы же прекрасно понимаете о том, что базовые навыки были у всех разные. И многие из вас просто восполнили эти навыки, находясь в онлайн-школе. Итак. Ну и сейчас самое интересное. Есть 2 места. Я думаю, что те люди, которые находятся в онлайн-школе, уже примерно догадались, о ком идет речь. Просто потому что я не просто так задала вам вопрос в чате, где я спросила ваше мнение. Я спросила ваше мнение, я спросила мнение мужа, я спросила мнение своих коллег. Я спросила себя, когда я хотела узнать мнение насчет того, кто же будет вообще лучшим. И у меня есть 2 человека. Я хочу начать свой разговор со второго все-таки места.
Я знаю, по какой причине эта девочка чуть-чуть позже отдала свою работу. И я знаю, что мы все находимся сегодня в очень таком нестабильном психологическом состоянии. У нас у каждого есть какие-то проблемы, да? Но я хочу очень сильно поддержать этого человека, просто потому что мне кажется, что вот это наша не последняя встреча, и я сыграю очень важную роль в становлении этого человека. И такого же рода подарок, как прорыву года, сертификат стоимостью 800 условных единиц, я хочу подарить Елене Руденко. Лен, Елена Руденко исполнила просто потрясающую работу, и я просто хочу тебе аплодировать стоя. Айфон я не буду делить напополам, я просто знаю, что тебе я, да, и я нужна тебе больше, чем просто, это правда, вот я знаю, насколько я тебе морально нужна, я знаю, что я нужна морально вам всем, но мне почему-то кажется, что у тебя что-то сейчас в жизни происходит такое, что я тебе помогу. И вот эта работа, я сейчас покажу работу Лены Руденко. Это потрясающая работа. В ней есть, Лена, в ней есть некие погрешности. Но эти погрешности, они минимальны. Это работа. Погрешности есть в бровях, скажу сразу. То, как ты сделала глаза, то, как ты передала взгляд форс, ее губы. Это что-то просто неимоверно крутое. Я хочу, чтобы каждый, кто будет смотреть на эту работу, понимал, что здесь человек вложил душу. Она смогла расслабиться и сделать тот взгляд, который есть у форс. Глаза – это зеркало души человека, и ты смогла передать это зеркало души. Мы чуть-чуть с тобой поработаем с некими моментами, я тебе расскажу о каких. И нас ждет дальше больше. Да, это 19-й номер. Многие из вас голосовали за номер 19. Вот, я думаю, что многие из вас согласны. Девочки, если кто-то как-то вдруг не согласен со мной, вы можете мне вполне написать, и я с вами готова обсудить каждую работу. Ну и, конечно же, этот айфончик, он пропитан, блин, вот, он упал, но он целый, не переживайте, у меня здесь все как бы... Он прям вылетает из моих рук и просится в руки человека. Это особый человек. И я вам хочу сказать, что когда я... Ой, как оно здесь все прям... Я вот люблю вот эти пленочки вот так вот срывать. Можно я это сделаю? Вкусно. Меня будет ругать Катя Малышка. Просто потому, что она здесь все проверила, включила. Есть человек, который на протяжении всего курса был как такой вот мамкой. Она была... Когда я спала, она брала и так вот там подрисует, поправит, точечку поставит, тут дотяни. Наша команда должна быть самой сильной. Она настолько пропитана своим вот этим духом мамки, что я просто-напросто хочу сказать следующее. Этот телефон – это минимум того подарка, который я сейчас дам. Я хочу пригласить этого человека. Мне кажется, тот подарок, который я сейчас скажу, будет самым главным. Я хочу пригласить этого человека в тренерский состав Makeup Lab. Я хочу, чтобы этот человек возглавил в нашу команду и стал одним из нас, как тренер Makeup Lab. Этот человек нужен нам, просто потому что у него есть те качества, которые есть во мне.
он на протяжении всего периода времени в группе сохранял некую такую обстановку. Я хочу продвигать этого человека, и я знаю точно, что этот человек достигнет достаточно больших высот, и я лично сейчас в прямом эфире говорю о том, что я помогу этому человеку сделать именно это. Потому что когда этот человек выслал мне свою работу, я сказала о том, что да, ты нарисовала круто форс, но меня ты можешь нарисовать лучше. И она сделала это за ночь. На утро я получила свою работу. Я получила Казакевич. Сначала нарисовала вот такую вот форс иглой. А на утро я увидела вот такую вот Казакевич. Я знала, что я кот по знаку года рождения. Но я никогда не знала, девочки, мне стыдно в этом признаться, я не знала, что я рождена под знаком огненного кота. Она накопала мой год, она знала, она примерила на меня этот образ. И я хочу тебя поздравить, Тома, за этот вообще неимоверно крутой прорыв. В моем осознании, да, я хочу сказать тебе просто браво. Просто потому, что я хочу понимать и осознавать, что именно такого рода люди должны продвигать перманентный макияж. Именно продвигать, продавать, и продавать его красиво. И я хочу, чтобы Тома возглавила вместе с тренерским составом в своем регионе, возглавила, я знаю, что Тома сейчас у нас планирует, либо уже проживает в Минске. Я знаю, что Тома станет тренером Makeup Lab в Минске. И это будет наше новое начинание вместе с iPhone 11 Pro Max. Тома! Тома, ты жива? Тома, мы тебя поздравляем! Ты бомба! И эта бомба сейчас у тебя в руках. Вместе со мной, Тома, вместе с нашей командой мы постигнем новые вершины. Самое вообще... Вообще бесспорная победа. И когда многие там писали, да, у нее там есть художественное образование. Девочки, вы поймите одно. Когда человек задается вопросом, как же, сука, создать губы для Казакевич вот в таком вот оттенке, и она мне пишет микс о том, что кожа на латексе холодная, я добавила туда таких капель, она пересмотрела мою колористику вдоль и поперек, она знает, как это сделать, исходя из тех знаний, которые дала я. Она знает, как создать этот волосок, чтобы волосы не расплылись в грязную серость. Она знает, как создать вот эти складочки. Да! Я с тобой еще поработаю над бровями, потому что брови, которые ты мне создала, мне не совсем нравятся. Но то, как ты технично работаешь, нам осталось вот буквально вот такой кропать, и ты просто-напросто безукоризненный мастер перманентного макияжа, о котором еще многие услышат. И я хочу, чтобы вы понимали, я не знаю, как сложится моя жизнь и чем я буду заниматься через год, полтора, может быть и полгода. Мое внутреннее состояние меняется со скоростью ветра. И вы должны понимать, что сегодня я здесь, завтра я могу находиться вообще в какой-то другой прострации, потому что я творческий человек. Но я точно знаю, что я оставлю за собой след в качестве людей, которые всегда были со мной рядом. И я знаю, что те люди, которые смотрят сейчас, которые находятся со мной в нашей школе, которые находятся со мной в команде, наверняка смогут продолжить тот путь, который я уже задала. Тома, я хочу, чтобы ты хотела вышла, а потом зашла сюда и подключилась ко мне в прямой эфир. Тома, я хочу увидеть твои плачущие глаза. Давай, Тома, заходи в прямой эфир. Тома, я хочу, чтобы ты присоединилась. Тебе нужно выйти, а потом зайти в прямой эфир и попроситься ко мне. Я хочу взять у тебя интервью. Блин, я не знаю, я вот просто сейчас проживаю с вами какую-то
еще раз отдельную такую жизнь, где мне хочется делиться с вами, делиться знаниями, делиться своими эмоциями. Это так здорово. Я вот писала пост о том, что, знаете, у меня там спрашивают, не боишься ли ты, что сотрудники обучатся и уйдут, не боишься ли ты, что ученики обучатся, там тебя перепрыгнут. Ребят, мне не боязно, просто потому что я делаю это с душой, просто потому что я... Для меня обучение — это мое второе вдохновение, да, я вдохновляюсь тем, что я делюсь с вами знаниями, мне это очень-очень комфортно, очень приятно, и я понимаю, что я запускаю эту онлайн-школу. Честно, я знала, что у меня будет примерно там учеников 10, да, но я рассчитывать не могла, что у меня будет 50 учеников, что это будет прям команда из разных стран мира, и это так здорово, здорово, знаете что, здорово осознавать факт, что рядом с нами люди из разных стран мира, и они хотят быть ближе к команде Makeup Lab. Учитель продолжает о своем ученике. Это абсолютно верно. Я хочу, чтобы все помнили об этой фразе, и она реально очень и очень круто заставляет каждого из нас работать над собой. Тома, ты где? Тома. Да, Катюша, твои эмоции и радость меня заставляют плакать от радости за девочку. Мне, правда, очень радостно то, что я могу сегодня, блин, поддержать каким-то образом. Тома, ты где? Что-то очень плохо соединяется с тобой. Есть ты, Тома, или нет? Давай, пытайся, Том. Можешь еще раз выйти и подключиться. На самом деле, вы знаете, у меня не было прям вот такого учителя, который бы вел меня от начала и до конца. Но у меня есть те люди, которым я хочу сказать огромное спасибо и низкий поклон за поддержку каждый раз. То есть я всегда говорю спасибо Але Рамазановой за то, что она есть в моей жизни. До сих пор я позвоню, и мне как-то легче становится. Для меня это моя перманентная мама, да. Свой курс, она дала мне нечто большее, некую поддержку. И это здорово, когда такого рода люди есть. Я думаю, что я в жизни многих людей по перманентному макияжу, да не только мастеров перманентного макияжа, я могу сыграть какую-то роль. Мне хочется, чтобы меня вспоминали хорошим словом. Я не могу Тому подключить почему-то. Давайте пока Тома пытается к нам выйти. Может быть, кто-то еще из девчонок желает. Я задам вопрос. Смотрите, как классно. Я сижу, да, и вот котяра такая двойная. Это прям вот я. Может быть, кто-то еще желает присоединиться? Проект, который у нас будет совсем скоро. Девочки, дайте, пожалуйста, мне буквально чуть-чуть времени, мы с нашим тренерским составом Makeup Lab обсудим этот проект. Это будет строго тренерский состав Makeup Lab, но там будет 5 приглашенных очень крутых гостей из разных стран мира. И этот проект будет организован непосредственно для вас, мои ученики онлайн-школы. Я... 1987. Что-то с Томой у нас не получается присоединиться. Что создать заново? Тома, выйди из эфира и зайди заново. У нас такой крутой прямой эфир. Том, можно я подержу твой телефон? Он включен, Тома, просто потому что малышка Екатерина. Мы купили этот телефон специально для онлайн-школы, и все уроки онлайн-школы снимались на него. У него есть гарантийный талон, все дела, ты не переживай, он абсолютно новый, но... нет, уроки не онлайн-школы, прямые эфиры онлайн-школы, уроки снимались на определенную камеру, но он пропитан, я почему про это говорю, он пропитан знаниями, Тома, поэтому не можем тебя взять.
Давай ты попробуешь выйти и зайти, я сейчас водички себе возьму. Ну, некому собрать, да? Сейчас приду, соберу. Поели? Молодцы. Все. Ехай нахуй, как говорится. Зайка, Богдан. Так, где наша Тома? Ну, я еще раз пробую, Том, я не знаю. Если получится, я тебя не получится, уже не присоединю. Но мне кажется... Ладно, все, давайте тогда попрощаемся в этом прямом эфире. Я зайду заново. И в следующем прямом эфире я готова принять несколько человек из своей онлайн-школы, которые захотят пообщаться со мной. Девочки, Америка, Россия, Германия, Италия, если вы хотите пообщаться вместе с нами, со мной, да, вы можете присоединяться. Я сейчас закрываю прямой эфир. Мы определили победителя нашего проекта «Казакевич онлайн». В этом проекте первое место занимает наш мастер перманентного макияжа Тома. Тома, тебе отправляется этот прекрасный телефон и возможность стать тренером Makeup Lab и продвигать тренерский состав Makeup Lab на территории своего региона. А также я хочу поздравить нашу Лену Руденко. Лен, у тебя работа на самом деле безукоризненная, техничная, красивая. И я хочу, чтобы ты была рядом со мной и вместе с Ирой Поддубной, человеком, который сподвиг меня на этот проект, вы получаете каждый по сертификату 800 условных единиц, и вы двигаетесь со мной дальше в проект под названием «Прокачка Казакевич. Нью формат для мастеров перманентного макияжа». Обнимаю вас, и мы идем в следующий прямой эфир, где я хочу взять интервью со своими учениками. Следующий прямой эфир для вас.